Издательство 1С Паблишинг представляет Элен Тарс Бог Запуск Глава 1, Я умер и увидел Бога Нет, не так Все было совсем по-другому Я вовсе не умирал нет, я, конечно же, умер. Хотя, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. -пип 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 -пип. Надрывался будильник в телефоне. Я обреченно нажал отключить и уселся на диване. Опять на работу. И снова не выспался. Каждый божий день одно и то же. Словно хомяк в колесе, бегу не пойми куда. И когда эта моя жизнь успела стать до тошноты однообразной? Вяло начищая зубы, я смотрел на бородатую рожу в зеркале, девясь тому, как стремительно летит в тартарары моя молодость. Мне всего двадцать восемь, уверенно твердила оптимистичная часть моего сознания. Мне уже двадцать восемь, огрызнулся я. Включив фоном телек, я полез в холодильник в надежде найти что-нибудь вкусное на завтрак. Кто бы еще это вкусное туда положил? Придется, как обычно, довольствоваться холостяцкой яишенкой. В Японии до сих пор борются с последствиями цунами, обрушившимся на южное побережье острова Кюсю в прошлую пятницу. Буднично объявила ведущая главного ТВ-канала отечественного телевидения. Я бросил косой взгляд на видеоряд. Да уж, у этих людей жизнь явно похуже моей. Последнее время вообще в мире как-то тухло стало. Землетрясения, этнические конфликты, болезни всякие. Соглашаясь с моей мыслью, невозмутимая ведущая произнесла – Число жертв от вируса Эбола-4 за последние сутки увеличилось на полторы тысячи человек. Международная комиссия по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями заявляет, что вакцина от вируса уже на подходе. Я принялся за завтрак, переваривая полученную информацию. Врут. Бессовестно врут. Они говорили об этом еще месяц назад. Против прошлой Эболы нашли лекарства лишь через год, когда общее количество погибших перевалило за миллион. А это только началось. Ей всего-то недель восемь. Проживав последний кусок опостылевшей яичницы, я закинул посуду в посудомойку и поднял пульт, чтобы выключить телевизор. Ведущая с каменным лицом успела напоследок меня порадовать. Перейдем к региональным новостям. От действий неизвестного маньяка-поджигателя в городе Н скончался еще один человек. Это уже двенадцатая жертва маньяка. Если вы являетесь очевидцем нападения или обладаете любой другой информацией, способной помочь следствию, просьба позвонить по телефону горячей линии 8 800 2... Я нажал на кнопку пульта. Маньяки. Что-то развелось их, как крыс в подвале. У нас в городе не так давно орудовал неизвестный, резал всех подряд без разбору, не оставляя для полиции никаких зацепок, а потом после пятнадцатой жертвы просто исчез. И слава богу, теперь вон Вен объявился очередной сумасшедший. И это только в нашей захолостной сибирской провинции. Что уж говорить о центральных регионах, там этих тварей еще больше. Мир определенно сошел с ума. Я толкнул дверь подъезда. Резкий ветер сбил капюшон с моей головы. Ночью ударили первые заморозки, а учитывая, что на медне лило, как из ведра, торопливые горожане напоминали стадо коров на льду. Да чего уж там, я и сам был не лучше. Маршрутка себя долго ждать не заставила. Пазик вылетел из-за поворота, накренившись влево так, что едва не достал крыши асфальта. Сразу пятеро моих соседей по остановке замахали руками. А дальше моя любимая часть – впихнуть невпихуемое. Когда я учился в универе и жил в общаге, активно подрабатывал. И купил таки себе машину. Потом, устроившись на нормальную работу, сменил старушку Приору на Опель. А потом все продал и взял ипотеку как же сложно было заново привыкать к общественному транспорту. Ощущение, будто подрезали крылья, лишили свободы, что ли. Я пролез в заднюю дверь маршрутки. Мне жутко повезло. Твердо стоял на ногах и даже двумя руками держался за поручень. Правда, в спину толкала громкая, похожая на дворфа бабка, а сбоку дышал недельным перегаром тощий мужик в заклеенных изолентой очках. Зато прямо передо мной сидела очень милая светловолосая девушка, читающая книжку, печатать ее книжку. И это в наше-то время высоких технологий? К слову, я не первый раз видел эту девушку. Похоже, ее работа находилась где-то недалеко от моей. Она садилась гораздо раньше меня, и именно поэтому ехала всегда сидя. А выходили мы постоянно на одной остановке. Но до этого прекрасного момента еще надо дожить. Серый город мелькал за грязным маршруточным окном. В ушах заливался бессмертный кипелов, а на сердце скребли кошки. Тоска! Я опустил взгляд и невольно улыбнулся, глядя на читающую попутчицу. Несколько раз я хотел с ней заговорить, да как-то не нашлось подходящего повода. И вообще, приличные люди в маршрутках не знакомятся. К нашей остановке народу в пазике поубавилось, и до дверей удалось добраться без лишнего кровопролития. Засунув руку в карманы куртки и вжав голову в плечи, я прошел несколько метров и остановился на пешеходном переходе. Горел красный. Девушка подошла и остановилась рядом, нас было двое. Естественно, я не заговорила сейчас. Стоило лишь вспыхнуть зеленому, я рванул вперед. В это время года в интернетах часто мелькают картинки с говорящей надписью «Слет любителей летней резины». Мы, конечно, хихикаем над ними, громко заявляем «Вот дураки, да так им и надо». Считаем, что сами бы в такой ситуации не оказались и так далее, не думая, что мороз мог ударить внезапно, что водителю действительно нужно скорее добраться до места, что пострадать могут и те, кто к этой самой летней резине никакого отношения не имеют. Я уже миновал точку пересечения со старой Тойоткой, когда зачем-то обернулся. Девушка шла, молча уткнувшись в книжку. Совершенно не обращая внимания на окружающую действительность. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я рванул назад и оттолкнул ее. Застучал молоток АБСке. Словно качественное фото перед моими глазами застыло испуганное выражение лица молодого водителя. Ну а я. Основной удар пришелся в ноги. Но я даже не успел его почувствовать. Кубарем, перелетев через машину, я со всего маху приложился головой об асфальт. И все. Конец. Перед глазами забрежил теплый свет, в ушах противно звенела тишина. Мне было никак, ни хорошо, ни плохо, никак. Я застыл вне времени и пространства. Я умер. Внезапно все вокруг завертелось, изменяясь и превращаясь в воронку. Меня затрясло, послышались громкие всхлипывания и рыдания. «Добро пожаловать в игру!» Огненные буквы вспыхнули перед глазами и растворились в воздухе. В следующий миг сознание вернулось ко мне. Картинка постепенно обретала четкие контуры, правда, правый глаз вызывал непонятный дискомфорт. Попробовал проморгаться и увидел склонившееся надо мной заплаканное лицо любительницы читать в общественных местах. Из-за ее спины испуганно выглядывал водитель Тойоты. Вокруг, достав телефоны и включив камеры, собирались зеваки. «Что читали-то хоть?» – усмехнулся я, глядя на девушку. Она вздрогнула и уставилась на меня изумленными глазами, после чего заревела еще громче и выдавила – Руса. Играть, чтобы жить. А, классика. Я уселся на обледенелый асфальт. Голова трещала. Неплохой выбор. Поднял взгляд на сбившего меня гонщика. Ну а вы куда-то гнали-то? Ну, это жена в машине рожает. Вот я и... Вот как. Ну тогда и езжайте дальше. Чего тут время тратить? Махнул я на него рукой. «С вами точно все в порядке?» Не унимался горе-водитель. «Я уже скорую вызвал». «Терпимо», – буркнул я. А ждать их два часа мне не хочется. Езжайте уже. Никаких заявлений на вас подавать не собираюсь. Скажите свой номер, я обязательно позвоню». Я еще раз взглянул на него. Мужик, похоже, перепугался хлеще меня. Еще бы, наверное, в мыслях уже срок успел отмотать. Ну, да бог с ним. Я продиктовал телефон и, наконец-то, поднялся на ноги. С горем пополам добрался до тротуара. Штормило, как с будунища. Думаю, это шикарный повод не ходить сегодня на проклятую работу.